Помогите, пожалуйста. Help. Мой дорогой зритель, подпишись, пожалуйста, на канал. Ведь за ваши подписки питается Кляпсик. Кляпсик – это этот милый голубь. Курлык-курлык, говорит Кляпсик. Кисы, у нас здесь так-то еще группа ВК с инстой сидят. Навещайте этих крошек. Мам, иди к хренам. В смысле? Ну а что ты хочешь? Не мешай мамочке сериал смотреть. Я просто хотела спросить, откуда берутся дети? Их не существует. Существо ты лысая. В смысле не существует? А я тогда кто? Ты обезьяна надоедливая. Какие нахрен дети? Какие дети? Ты тупая, что ли? Нет, но Сарака Борисовна говорит, что да. Ну вот и вали учить уроки, пока не превратилась в овощ. А дети-то откуда берутся? Ах, дети, из жопы. Фу. В смысле? Да ладно, шуточки, глисты в желудочке. Вот, например, батю твоего в помойке нашли. В помойке? Лежал там калачиком свернут, а мать моя, которая бабушка твоя, подобрала и прокормила этого засранца. Без нас бы он уже сдох, просто жалко ей его стало. А из-за того, что он всю молодость лохан был, пришлось стать его женой. А потом он высрал яичко, и появилась Лина. Фу, какое яичко? Куриное, ля, это была шуточка про яйцо так-то. А вообще, дети живота мамкиного лезут. В смысле? Кака, со сраки отвисла. Да мама... Ну, ребенок растет у мамки в животе. А как он туда попал? Телепортировался, ля, а потом выпрыгивает из живота и орет, я родился. О, так значит, я тоже из твоего живота выпрыгнула. Ах, да не, тебя мы из детдома взяли, воспиталки передали, что тебя в капусте нашли, а я пойду пописаю.